Почему все говорят, что граффити-художники рисуют только на улицах? Один раз мне сказали: «Илья, я думал, ты вообще не рисуешь на заказ». Рисую, но только в своем стиле. Я так устал от этих заказов с Авито. Нужно нарисовать всяких кошечек, собачек, мультики, портреты. А я ведь специализируюсь на граффити и каллиграфии. Как говорят, каждому свое дело. И когда я делаю именно этот стиль, получаются наиболее крутые работы. Поэтому я беру только тех заказчиков, которых устраивает мой стиль и которые бы хотели частичку граффити к себе домой. Только так получаются самые пиздатые работы. Напиши мне в директ роспись, чтобы потом фоткать свою квартиру в Пинтересе.